Solaydı. 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 Солайди. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Примерно 25 числа я пообщался с таким персонажем, как доктор Фауст в чат-рулетке. Разговор был частный, я не давал прав себя записывать. Он много перевернул в нашем разговоре, нет части диалога. Там я говорю о казахском языке, ни в коем случае не хотел никого обидеть или задеть этим, потому что считаю, что казахский язык в Казахстане – это очень важно, естественно, для любой страны. Я очень люблю Казахстан, я родился здесь, живу здесь, являюсь патриотом своей страны. И считаю, что здесь нет межнациональной розни. Наоборот, я хотел ему сказать о том, что им бы взять пример с Казахстана, что здесь никакой вражды между нациями разными не существует. Но он мне постоянно не давал говорить, перебивал и завел разговор в совсем другое русло. Хотел бы извиниться перед всеми, кто понял меня неправильно или, может, где-то я неправильно высказался. Я считаю, что мы все должны жить дружно, что это наш общий Казахстан. Кешірініз, мен қазақша сөйлеймін.